Сьогодні будемо говорити про війська КНДР в Росії і Україні. Є вже перші результати влучання по цих формуваннях. І не лише, також КНДР може отримати допомогу від Росії в вигляді живої сили, про таке також кажуть. Ну і, звісно, будемо згадувати про те, що Лавров і розповів про підписання нової оновленої угоди про партнерство стратегічне з Іраном. Вітаю нашого гостя, це є громадський діяч, поет, письменник також, Ростислав Мурзагулов. Ростислав, здравствуйте. Доброго вечора. Слава, давайте начнем с того, что вот уже есть официальное уведомление от военно-политического руководства Украины, что на фронте в Курской области есть удар по дислокации войск Северной Кореи. Об этом говорит глава Центра дезинформации, противодействия дезинформации Андрей Коваленко. И он говорит, что есть попадание. Вот, процитирую, перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині. Фото и видео нет, но не верить не доводится, да? Потому что мы прекрасно знаем, что и как работает ВСУ. Вот у меня вопрос. Приехали эти северокорейцы помогать Путину в Курской области, и на фоне этого даже многие эксперты военные говорят, что есть хорошие плюсы для ВСУ, потому что теперь Южная Корея, которая имеет много вооружения, очень много, может помогать Украине, чего не делала раньше. Да, я сам тоже так думаю. Я более того, я об этом подумал с самого начала, когда пошли первые сообщения о том, что якобы КНДР вот прям с солдатами будет участвовать в войне. Я бы еще тогда подумал, что это фейк, потому что не может такого быть, чтобы россияне были настолько глупы, чтобы вызвали раздражение Южной Кореи, которая является одним из крупнейших в мире производителей самого технологичного, самого современного оружия, собственно, созданного по стандартам НАТО, да, по которому работает украинская армия давно. Но действительно, они оказались настолько глупы, если российские военачальники и российский политический блок руководства, соответственно, ну, пусть получают теперь то, что они заслужили, потому что Южная Корея максимально жестко на это отреагирует. Это здесь уже не просто дипломатия и вопрос для южнокорейцев. Это для них вопрос выживания. Известно, благодаря данным разведки, в том числе южнокорейской, о том, что Россия передает взамен Северной Корее те самые ядерные технологии, которые могут стереть буквально Южную Корею с лица земли, потому что этот Ким Чен Ын давно уже им это обещает. И, соответственно, нет ни малейших оснований полагать, что этот человек так не сделает. Он вполне может это сделать. И поэтому мы имеем вот то, что имеем. Мы имеем ситуацию, когда уже прошли встречи, насколько я понимаю, у Киева, у руководства Украины с руководством Южной Кореи. И все договоренности там до заранее были достигнуты, потому что не было ни малейших сомнений в том, что все это правда. Ну и поэтому, ну, собственно, ждем, когда южнокорейское оружие пойдет, в общем-то, широким потоком в Украину. Да, и вот я вспоминал также, вот мы говорим о КНДР, и мы знаем, что Путин и Ким Чен Ын подписали стратегическое, да, сотрудничество. Лавров огласил о том, что в ближайшее время такое же соглашение обновленное будет подписано с Ираном. Насколько это серьезно, Ростислав, вы считаете? Ну и не будем забывать, что враг Ирана – это Израиль. И как Израиль отреагирует на то, что Россия хочет очень близко и масштабно сотрудничать с Ираном? Ну, это все, конечно, жесты отчаяния такого, потому что взаимодействовать с теми, кто является злейшими врагами США, Израиля и всего остального цивилизованного мира, это, конечно, самоубийственная абсолютно политика. Я не знаю пока еще таких руководителей, которые бы бросили вызов всему миру и преуспели, потому что, ну, все-таки, ну, что бы там ни говорилось про великую мощь Ирана и Северной Кореи, все же цивилизованные страны всегда сильнее, всегда победят. Если сейчас мне кто-то начнет говорить о том, что нет, ну там еще на их стороне Китай и Индия. Нет, Китай и Индия не на их стороне. Китай и Индия – это крупнейшие торговые партнеры Запада. И они никогда это партнерство не разменяют на какие-то эфемерные идеологические точки соприкосновения с Путиным. Да, эти точки, может быть, у Китая в какой-то степени остаются, но, вы знаете, как бы деньги деньгами, да, табачок врозь, да. То есть, собственно говоря, здесь можно переначить эту поговорку, здесь можно сказать, что как раз, в общем-то, деньги-то у китайцев с Америкой. А вот с Путиным какие-то непонятные перекуры совместные, да, вот там где-нибудь на заседаниях БРИКС.
где они, конечно, могут говорить что-то о том, что они что-то там противопоставляют Америке. Но как можно противопоставить что-то тому, от кого ты напрямую зависишь? А Китай зависит от США напрямую. Китай, собственно говоря, торгует Соединенными Штатами, а в России только заправляется бензинчиком. Поэтому делайте разницу, что называется. И поэтому это соглашение – это еще один шаг Путина на встречу политической, а, скорее всего, одновременно с этим и физической могиле. Да, Арслан, и вот Китай, говорят, что Китай очень разочарован и обеспокоен тем, что именно северокорейские военные появятся на фронте. Потому что вот вся политика Китая, мы с вами неоднократно об этом говорили, они давят на тот же Тайвань, но они пытаются это делать экономическим путем. Да? Они пытаются задавливать своих противников экономически, как и Россию, да, впрочем, они сырье покупают очень за такие смешные деньги. И вот говорят, что в Пекине Си Цзиньпин очень недоволен тем, пусть они себе там сотрудничают, Россия и КНДР, но вот именно появление военных – это эскалация конфликта. А мы понимаем, что всегда КНР говорит, мы за неэскалацию, прекращение огня, за мирные переговоры. И вот это не подходит внешней политике Китая, который, опять-таки повторюсь, никогда не хочет ни с кем ссориться открыто и всегда на дипломатическом уровне говорит о мирных отношениях. Ну, вы знаете, здесь, конечно, можно говорить о том, что КНДР – это очень зависимая от Китая страна, и что вряд ли Ким Чен Ын может делать прямо без оглядки на Си Цзиньпина, да, всякие разные вещи. Но могут быть ситуации, когда действительно Ын может либо заиграться, либо старшие братья там их из Китая, они могут, в общем-то, грубо говоря, сквозь пальцы смотреть на то, что делает их северокорейский сателлит. Ну и, собственно говоря, в конце концов расторговать каким-то образом с американцами свой уровень взаимодействия с КНДР тем, что, ну, там, пообещать американцам что-то, попросить у них взамен что-то экономически эффективное, ну и настучать Киму по голове, чтобы он перестал, например, ну, поставлять свои войска Путину и, соответственно, принимать от него ядерные технологии. То есть, в принципе, вполне возможно, это как бы какая-то такая лукавая политика, потому что, еще раз, Китай – крупнейший торговый партнер Америки. Но тихонечко, аккуратненько, не своими руками, а руками Ына пощипать крупнейшего торгового партнера, чтобы выторговать себе еще более какие-то удачные условия для торговли. Это вполне себе возможный вариант. Я думаю, что в данном случае ровно с таким мы имеем место. То есть, прям такой какой-то ужас от того, что, боже, что же сделал там Ким? Конечно, Китай не испытывает. А Китай контролирует, я думаю, более или менее все-таки то, что делает Ким, потому что, ну, Китай может, например, просто пресечь поставки в КНДР нескольких очень важных, жизненно важных для страны позиций, да, там, и то, что касается энергетики и продуктов питания. Ну, соответственно, понятно, что до этого дела, скорее всего, не дойдет. И если Китай о чем-то настоятельно попросит, то Ин, конечно же, это исполнит. Это там примерно за уровень взаимодействия а-ля, ну, если не Россия, Беларусь, то очень близко к там. Ростислав, вот буквально меньше 24 часов осталось до выборов президента Соединенных Штатов Америки. Ну, мы понимаем, да, что Кремль и Путин официально говорят с ухмылкой, что они поддерживают Камалу Харрис, но они больше, им приятнее, наверное, когда станет президентом Трамп. Но к чему я веду? Вот CNN, ссылаясь на своих источники, на свои источники аналитиков, пишет, что Путин вряд ли сядет за стол переговоров. Кто бы не победил в Соединенных Штатах Америки. Вот именно, что многие сейчас как говорят, если придет Трамп, то все, как он сам не раз на публике орал, что 24 часа, я хорошо знаю Путина, я хорошо знаю Зеленского, один звонок туда, один звонок сюда, и все, я порешал. Но вот аналитики говорят, что также же будут выборы и в Сенат, да, в Сенат Нижняя палата представителей, и что не все так просто, не все так будет за один шаг, и процесс долгий, и что мало что может и поменяться. А другие, Ярослав, говорят, что при Трампе, даже если Трамп победит, ничего не поменяется, потому что он не хочет брать на себя ответственность там окончания войны на условиях России, да, или там бросания Украины, потому что сами республиканцы упрекают демократов в том, что они ушли из Афганистана с позором.
Да, все правильно. На самом деле, то, что говорит Трамп сейчас, пока он еще пытается избраться президентом, и то, что он гипотетически может сделать, если он таковым изберется, а я все же не очень верю в его победу, на мой взгляд, победит в этих выборах Камала Харрис. Но если вдруг я ошибаюсь, и действительно Трамп станет президентом, то, ну, во-первых, давайте начнем с того, что он проблемами Украины и России будет заниматься далеко не в первую очередь. Собственно говоря, он это будет делать ровно в той очередности, в какой есть интерес у американцев к той или иной теме. Соответственно, у американцев главный интерес – это внутренние их проблемы. Их проблема абортов интересует гораздо больше, к сожалению, чем проблема войны, в которой гибнут уже давно родившиеся люди, и гибнут тысячами и десятками тысяч, а в конце концов и сотнями тысяч, если взять все эти безумные 3 года. Соответственно, вот этим вот он и займется поначалу. Вот, а другое дело, когда у него дойдут руки до действительно этой проблематики, когда он сделает эти звонки, ну, в принципе, всем примерно понятно, что он там скажет. Примерно понятно, что его все пошлют, потому что я с трудом себе представляю, чтобы на вот такой вот жесткий шантаж даже там самого влиятельного человека мира, каковым является президент Америки, чтобы так прямо вот легко пошли элиты, ну, вот Украины, скажем. Про российские сейчас рассуждать не хочется в этом контексте, но если взять украинские, то они же, в отличие от Трампа, они же не популизмом занимаются, они же людей хоронят каждый день, и они принимают тяжелые решения каждый день. И жители страны зададут вопрос, если вы решили согласиться сейчас с этой утратой территории, а чего вы их сразу-то не отдали? Могли же никто не погибать. И поэтому здесь возникает тяжелая дилемма у руководства страны. Да? Соответственно, я представляю себе это так. Если действительно Трамп начнет Зеленскому ставить какие-то ультиматумы, что давай или сейчас соглашайся на мои условия, или я прекращу всю военную помощь, и ты погибнешь, значит, я думаю, что Зеленский в этом случае вынесет этот вопрос на референдум. И если там народ Украины, например, скажет, что мы не хотим ложиться под Россию, мы хотим дальше быть демократическим миром, а я уверен, что население Украины в подавляющем большинстве скажет, что ровно это самое, и, соответственно, тогда Трампу будет тяжело что-то этому возразить. То есть, соответствующе, с демократической традицией народ Украины сказал, что он не хочет ложиться туда, куда Трамп предлагает народу Украины лечь. И что тогда Трамп с этим будет делать? То есть, что он хочет признаться в изнасиловании целой страны в таком случае? Мне кажется, он сам попадет в такой тупик, если его вот элементарно такой ловушечкой Зеленский поймает на, значит, капкан, да, в капкан, то, соответственно, в общем-то, я думаю, что уже он не сможет ничего выполнить из того, что вот он нагородил про свои 24 часа. А я думаю, что, ну, там на Банковой не глупые люди сидят, и, соответственно, таких ловушечек они придумали, может быть, даже уже и не одну. Да, Ярослав, ну, вы знаете, и также я уже слышал, что будут говорить Трампу. Ну, мы понимаем, он немножко одиозный политик, да, и политик без каких-то, как это правильно бы сказать, школа дипломатии и политики, да, он, у него нет логики действий, да, он хочет так сделать, хочет так. Именно поэтому вот говорят следующее, что будут говорить Трампу о следующем, что а когда, какой тогда резон вообще строить какой-то стране демократию, да, и развивать ее, если вот есть Россия, Украина, Россия нападает на Украину, и вы не защищаете не Украину, а демократию как такову. Да, все правильно. На самом деле здесь, вы знаете, я вот, мне пошла сегодня в голову мысль, что есть актеры, которые начинают вести себя как президенты, а есть президенты, которые начинают вести себя как актеры. И вот Трамп относится к этому числу. Соответственно, это человек, которому важно вот на сцене, красиво так вот все ходить. Вы смотрели его инаугурацию после прошлой победы на выборах? Это, знаете, это, ну, такой водевиль был, такой, как бы, это, посмотрите, если вы не смотрели, она есть в Ютубе. Вы знаете, это, конечно, ну, прям вот Голливуд, прям кино такое. То есть вот человек ходит преисполненный величия вот этой собственной роли. Это, знаете, вот так играют в провинциальных театрах какие-то местные знаменитые актеры. Вот Трамп – это вот такой человек. И поэтому, действительно, вы совершенно правы, что он не политик в нормальном, адекватном понимании этого слова. Потому что политик
Это должен быть, в первую очередь, ответственный человек, да, то есть человек, который, ну, которому уверено очень много, от которого просто элементарно зависит многие миллионы, наверное, в случае с президентом США, жизни вообще людей, да, если взять вот его, который, ну, какой-то достаточно длительный срок правления. Но, собственно говоря, Трамп вот и на первом своем сроке доказал, что ему наплевать на самом деле на эту ответственность, что он вот играет в свою игру. Он снимается вот в этом фильме про президента Америки, которому наплевать на общие правила. И вот он хочет войти в историю таким вот образом. Но, во-первых, я все-таки надеюсь, что американцы этого прохиндея не выберут никуда. Во-вторых, если все-таки его выберут, то у меня есть надежда на демократические, собственно говоря, институты. Собственно говоря, для чего в каждой стране должны работать именно институты, а не просто, чтобы повезло с царем, добрым или недобрым. Потому что вот в Америке есть институты, которые этому прохиндею, и на первом-то сроке не особенно-то дали что-то сделать. Он все говорил про то, что он стену построит, что там еще там он что-то сделает, как выгонит там мигрантов и что-то еще подобное. В общем, ничего, что это на самом деле не было сделано. И, собственно говоря, и на втором сроке тоже, пусть он разговаривает сколько угодно про то, что он сейчас вот всех к ногтю и так далее. Но он же не Путин, он Трамп, он президент Америки, если он таковым еще станет, на что я все-таки уверен, шансы гораздо меньше, чем на Камалу. Поэтому, в общем, поживем, увидим. Я думаю, что, ну, поиграет он свою эту голливудскую постановку. Точнее, не голливудскую, а постановку, знаете, там, Алабамского театра из города там Хантсвилл. Ну вот, пусть попробует. Ростислав, также хотел бы обратить внимание на высказывание Медведева. Ну как, там обращать внимание уже давно не на что, но все же резкие высказывания. Он... скажем так, оценил шансы остановки войны со стороны Трампа. И он сказал следующее: если Трамп захочет остановить эту войну, его ждет судьба Кеннеди. Я так понимаю, это прямая угроза, но он там про Камалу Харрис тоже сказал, что она глупая и тому подобное. Но у меня вот серьезный вопрос. Насколько Кремль хочет остановить эту войну, потому что многие говорят, что об этом даже не проговаривается, и все, что появляется в инфопространстве, вот даже та сама Турция, да, вчера буквально сказала, что в 2025 году могут быть реальные изменения в войне. Вопреки тому, что многие говорят о каких-то изменениях, переговорах, да, прекращении огня, я так понимаю, что Россия и Путин никак этого не хотят, и они готовы просто добивать Россию, страну и жителей до низов, но главное это уничтожить Украину. Ну, вы знаете, я думаю, что все же какой-то выход из этого тупика им нужен тоже, поскольку в России все не сладко, в России все не шоколадно. В России сегодня есть большие разломы в обществе и в элитах, и, в общем-то, в массах. Сегодня Россия может вспыхнуть в любой момент, потому что вот то, что вылезло наружу в противостоянии славян и неславян, например, да, это, ну, в общем-то, у меня вызывает такое ощущение, что... скоро начнется, что называется, потому что Россия, собственно, довольно давно живет вот такой разорванный пополам, да, то есть вот у нас есть там русские, есть не русские, грубо говоря, да, то есть и это противопоставление было всегда, еще когда я там 17-летним юношей в 90-е годы там по Москве ходил и перебегал там, да, от поста милицейского к посту, кланяясь этим всем персонажам, которые ко мне обращались предвзято только потому, что у меня внешность не славянская, да, соответственно, эти проблемы были там всегда, а сейчас они очень сильно эскалировались, поскольку, ну вот, действительно, есть Рамзан Кадыров, которому многое можно, который установил контроль за многочисленными бизнесами и в Москве, и в других крупных городах, да, то есть он, грубо говоря, продолжает распространять и увеличивать эту ненависть. К тому же эту ненависть как бы помогает распространять сама по себе вот эта вообще порочная практика, когда ставится вопрос о том, что у нас тут русский мир, мы русское все несем, я русский, поет какой-то белобрысый маленький фюрер. И, соответственно, вот действительно в России проблем-то очень много. И с набором в армию большие проблемы, и набирают они туда маргиналов, которые воюют плохо, неумело, воюют только исключительно за деньги, которых они не могут заработать. Ну, послушайте Бородая в его расшифровке, что он говорит в последние дни, да? Видели же, наверное. Вот, там, в общем, получается, что Кремль, элиты российские сами признают вот это вот, что у них воюют маргиналы. А маргиналы-то когда-то заканчиваются. У них уже там с добором в армию давно большие проблемы.
И сейчас идут они на все ухищрения, и даже зачем-то корейцев привезли северных из Северной Кореи, соответственно. Поэтому нет, я думаю, что все-таки у них тоже там что-то такое, как бы есть понимание, что когда-то надо как-то заканчивать, когда-то надо объявить свою великую победу, а они так объявят. В любом случае, даже если они все земли сдадут прямо сейчас, значит, соответственно, это вот они когда-то это сделают, потому что, ну, понятно, что и экономика тоже как бы долго всего этого выдерживать не сможет, и сейчас уже там перегрев страшный, Набиуллина бьет во все колокола, уже и процентная ставка задрана не весть куда. В общем, после таких ситуаций обычно возникает очень много массово экономические проблемы, и, соответственно, они уже вылезают тут там, значит, в виде нехватки то масла, то картошки, то яиц и так далее. Соответственно, поэтому нет, я думаю, что все-таки нет у них такого желания воевать еще 20 лет. Я думаю, что у них просто нет понимания, как сейчас это все более или менее красиво можно закончить. Кадырова хотел бы вспомнить, Ростислав, потому что он сначала, когда, давайте вспомним, прилетели беспилотники в центр имени Путина, мы тоже с вами вспоминали, он сказал, что вот теперь никаких пленных в СУ не брать, всех на месте ликвидировать. И вот буквально вчера Кадыров написал в Телеграме следующее, что вот, мол, мне написали очень много писем. Откуда? Правильно, с Украины. Родственники военных, мамы, папы, дедушки, бабушки, жены. Мол, они не хотят, никто не хочет воевать. Их принуждают Запад, США и Европа воевать против России. И вот я не буду этот указ опять-таки поднимать, скажу, все, прекращаем. К чему я веду? Он сказал следующее, что он ликвидирует этот указ и опять-таки берите в плен ВСУ. Как это понимать? Ну, это серьезно, не серьезно. Кто эту сказочку может поверить, что Кадырову кто-то с Украины пишет письма? Игорь, а я ведь говорил об этом буквально через несколько часов после того, как все случилось, и после того, как Рамзан начал рассказывать о том, что ну вот все, сейчас он зверем набросится на ВСУ. Вот, и я говорил о том, что скоро до него дойдет информация о том, что это не ВСУ по нему стреляло, что стреляло по нему Минобороны России из серых зон, которые есть там в тех местах, где контроль одновременно может быть частично у украинских войск, частично у российских. И по моим данным, так оно и было. И, собственно говоря, ну опять я угадал, что называется, в том, что касается как бы развития событий, потому что ну, информации как бы достаточно много, разной, интересной. И, собственно говоря, я понимал, что до Рамзана идет информация о том, что это сделали те, кому выгодно было это сделать, да, кому было выгодно Кадырова затащить обратно в войну с украинцами, отвлечь, соответственно, от войны с Кремлем за вот эти вот всякие активы Wildberries и все остальное. Поэтому, собственно говоря, ровно так оно и получилось. Сейчас Рамзан вот нашел повод съехать. Якобы многие украинцы ему написали, боже мой, Рамзан обнаружил в себе внезапно какие-то, в общем-то, неимоверные широты чеченской души. Да нет, конечно, ни при чем тут никакие письма. Дело просто вот в том, что он понимает, что его враги скорее сидят в Кремле, чем в Киеве. Поэтому, ну, туда ему, собственно, дорога. Пусть любой или негодяй сегодня вышвырнет Путина из Кремля, и я думаю, что ему воздастся. Слава, а вот чьих это рук, как вы считаете? Это все Сулейман Керимов и война с администрацией президента? Или это даже прямое указание Путина, или Путин на такие вот мелочи не отвлекает? Смотрите, Сулейман Керимов и его ингушские друзья ни в коем случае не смогли бы осуществить одни ну, такой удар. Все-таки это достаточно технологичная история. И, конечно, для этого нужно было прямое участие Минобороны. Соответственно, прямое нужно было командование из Москвы, из здания Министерства обороны. Потому что ну, там-то как бы на фронте это все можно проследить, и там можно понять, откуда что куда и полетело. И там, в общем-то, решится какое-то отдельное подразделение на то, чтобы бахнуть в сторону Грозного, значит, а не в ту сторону, в которую вроде как они должны стрелять. Это, в общем-то, смертеподобное явление. То есть, если бы, например, кто-то попробовал вот так вот продолжить увеличивать пропасть между Рамзаном и Кремлем, то, конечно, этот человек бы рисковал бы ну, просто жизнью, и ну, стремительно бы расправа последовала.
причем с обеих сторон, как с чеченской, так и с московской. Я уверен в том, что это осуществило Минобороны России при прямом участии Кремля. А уж дошло ли лично до Путина, возможно, и до него дошло. Потому что ему тоже Рамзан уже не нужен. Потому что Рамзан зашел слишком далеко. Рамзан правит всей страной. Рамзан посылает Путина с его просьбами. Поэтому, конечно, сейчас он размышляет, как его устранить. И как его поменять на какого-нибудь более симпатичного чеченца. Посмотрим, что у него получится из этого. Ростислав, также хотел бы вспомнить о группе «Самолет». Да, это одна из самых больших в России строительных компаний. И вот, насколько я понимаю, сейчас говорят о том, что они фактически оглашают банкротство, о том, что они не имеют денег выплачивать, потому что, ну, вспоминаем Центробанк, который повысил ставку до 21%, и это еще не предел. И вот говорят, что что-то такое уже похоже на большой кризис, с чего карточный домик может начать валиться. Это мы вспоминаем 2008 год и ипотека в России. Мы знаем прекрасно, что семейную, или как правильно сказать, ипотеку в России закрыли, да, потому что денег нету. А вот они много настроили, а теперь денег негде взять, и отдавать тоже негде. Да, это интересный вопрос. Я тоже, честно говоря, с удивлением увидел информацию о том, что группа «Самолет», которую контролирует Андрей Воробьев, губернатор Московской области, ну, в общем-то, там как бы бизнес у госчиновников высокого ранга – это явление распространенное. Ну, записано, естественно, все на родственников и на друзей, и на партнеров, но это не важно. В общем, там контроль, и первая скрипка всегда была за Андреем Юрьевичем. Очень большой ему привет, если он нас смотрит сейчас. Значит, соответственно, если начинают рушиться даже компании, которые находятся вот в таких шоколадных условиях, вы понимаете, что там, естественно, группа это в основном строила в Московской области, которой командует Воробьев. Собственно говоря, естественно, вы же понимаете, что получала она самые шоколадные куски, получала на самых шоколадных условиях, самыми шоколадными условиями по подключению коммуналки. И, соответственно, то есть даже если при этом, да, понятно, что там есть рукозады исполнители при каждом чиновнике, который владеет каким-то бизнесом, но, понимаете, это настолько золотая жила, да, когда ты торгуешь жильем в московском регионе, потому что Москва – это, в общем-то, центр гиперцентрализированной империи, и там все стоит совершенно безумных, не стоящих того денег, в том числе, начиная, конечно, с недвижимости. И поэтому, если как бы рушиться начали вот такие империи, это говорит о том, что скоро разрушится и она вся, собственно говоря. Потому что если отказывают вот подобные механизмы, то это говорит только о том, что там вообще, в принципе, страна на грани коллапса или уже за гранью ее. Поэтому говоря, собственно, ну туда и дорога. Эта страна себя не оправдала, надо на ее месте создавать новую. Чем лично я планирую в ближайшее время начать заниматься. Ростислав, спасибо большое за этот разговор, как всегда. Спасибо, что нашли время проговорить про самые важные, да, тенденции и самые важные процессы, которые на фронте происходят, да, про северокорейские войска, про то, что Южная Корея может начать помогать Украине. Это будет больше плюс, чем даже тот минус с появлением этих 10 тысяч северокорейцев в Украине. Спасибо большое вам. Всегда раді і до побачення. До побачення. Нагадаю, що нашим глядачам з нами був письменник, громадський діяч, публіцист Ростислав Мурзагулов. Ви ж, звичайно ж, поставте свій лайк, прокоментуйте, підпишіться і поділіться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. З вами ми традиційно побачимось в ефірі 24 каналу.